Друзья, всем привет, с вами Любомир Борода. Сегодня хочу рассказать вам и показать такие вот женские сумочки от компании Hardride. Сумки компания выпустила совсем недавно. Насколько мне известно, их даже еще нету на сайте. Вот, нету полного описания. Вот, но рассказать о них уже можно. Я их уже подержал в руках, посмотрел. Собственно, сумки сделаны из тысячной кордуры, как и вся другая продукция компании Hardride. А это говорит уже сразу о многом, то что данную сумку можно носить не только на вечеринке, но и таскать где только можно, вот, так как она влагоустойчивая. Ну, если кинуть, конечно, в воду, она промокнет через какое-то время, а если какой-то дождичек, там легкий снег и прочие дела, этой сумки не страшны. Вот. Давайте разберем ее сразу по карману. Смотрите, сразу на внешней стороне есть карман. Вот такой вот аккуратный. Внутри мы видим желтый подклад. Hardride это делает для того, чтобы сразу было видно, что у тебя лежит в кармане. На желтом фоне всегда очень все это хорошо видно. Тут мы видим стропу по системе, по принципу Молли. Только тут стоит у нас резинка. Вот, что очень удобно для организации вещей в своем кармане, особенно для женщин, да, у которых полный беспорядок происходит в карманах. Сюда мы можем зацепить ручку, какие-то ключи. Вот тут есть отделение чуть больше, и даже можно запросто засунуть телефон, и он будет держаться. Вот, с внутренней стороны мы видим карман на молнии. Так, давайте посмотрим. Да, фурнитура UKK, хорошая, качественная фурнитура. Вот тут такой вот карман, который застегивается, плюс он ближе к телу. Сюда, соответственно, можно кинуть какой-нибудь кошелек и прочие дела. И переходим в основную часть. Основная часть у нас также с желтым подкладом. Вот, что мы здесь видим? Да, здесь наклеечка Hardride. Вот, наклейки, кстати, классные, можно клеить на велики, на всякие там штуки. Она очень качественно сделана, не выгорает, не промокает. Вот, и тут, смотрите, мы видим, опять же, два кармана. Тоже телефон, ключи, какие-то элементы и общий. Собственно, сумка маленькая, но в то же время очень вместительная. Вот, расцветки разные. Вот у меня сейчас есть три. Вот, Hardride может делать любых цветов. Можно сделать и белую, и синюю, и зеленую, там, и прочее. Все это делается под заказ, делается очень быстро. А и последнее, смотрю, здесь еще у них есть вот такая вот ручка, веревочка. Веревочка достаточно прикольная, прочная. А и крепление ручки у нас вот таким вот образом происходит к сумке. То есть узел. И, соответственно, если нам надо укоротить ручку, мы можем спокойно на определенное расстояние вытянуть и сделать здесь узел. Сделали узел, укоротили сумку. Вот, я думаю, что такая сумка подойдет для активного отдыха, для повседневного использования. Вот, очень круто дополнит как спортивный, так и деловой стиль женщины. Так, давайте посмотрим желтую. Желтый, что у нас? Тоже, смотрите, ой, желтый, черная. В черный у нас такой же желтый яркий подклад, чтобы было все видно. Такие же резинки, собственно, все точно такое же, только сама сумочка черного цвета, а в желтый, ну, а в желтый все желтое. Но, соответственно, здесь зато видно классную резинку, черная. Офигенно. Мне вот, если честно, желтый цвет у Hardride очень нравится. Вот, собственно, такой вот легкий обзор я сделал. А эти сумки все можно приобрести у меня. Вот, ссылочку на свой магазин на Facebook-страничке я вам дам. Вот, и, соответственно, хочу еще напомнить, что у меня есть... поясные сумки от Hardride. Вот, они тоже есть во всех расцветках, какие хотите. И, соответственно, обращайтесь ко мне, кому интересно. Все это есть, все качественно и офигенно. Вот они, смотрите, у меня висят. Такой вот небольшой обзор. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Отличного вам настроения.